Друзья, всем привет! Вы на канале toyskyiv.com.ua. Сегодня на обзоре у нас детский песик в переноске. Выглядит круто. Давайте сейчас достанем его, посмотрим. Вот сам песик. Плюшевый, мягкий, приятный. Внутри ничего нет. Так, и у нас есть еще что плюс. Вот тарелочка, косточка, да, которая его кормить. Бутылка, расческа и, наверное, ложка такая специальная для песика. То есть по пластику тут все нормально. Тут средний пластик, не премиум качество. Песик сделан тоже нормально, но это не премиум игрушка, это средняя игрушка, но и стоит она как бы недорого. Друзья, кому такой вариант понравился, я ссылочку оставлю в описании. Ценник мы сделаем на нее хороший, так что можете смело переходить и покупать. Всем спасибо за просмотр, всем пока.